5 октября в Алматы пройдет профессиональная однодневная международная шоссейная велогонка «Тур Алматы». На предстартовой пресс-конференции выступили представители Оргкомитета велогонки. Согласно правилам Международного союза велосипедистов, в гонке такого класса имеет право принимать участие профессиональные команды высшего дивизиона. В «Туре Алматы» выступят велогонщики из 20 команд Европы, Азии и Америки, в том числе представители двух профессиональных команд «Астана» и «Катюша». В нашем составе велокоманды стартуют Александр Аваноти, казахстан, Алексей Луценко, Андрей Зейц, Александр Дьяченко, Арман Камышев, Руслан Тлеубаев. Гостем тура Алматы станет триумфатор самой престижной веломногодневки Тур де Франс, победитель всех трех гран-туров, капитан казахстанской команды Pro Team Астана, итальянец Винченцо Нибали. Соревнования проходят теперь у нас в стране. Надеюсь, это толчок и для дальнейшего развития велоспорта в нашей стране. То есть мы уже провели в этом году чемпионат Азии в городе Караганде. В этом году второй раз уже с категории 1-1. Тем самым мы популяризируем и привлекаем все больше и больше наших жителей к нашему любимому спорту.